Всем здравствуйте, всех вас рад видеть на моей небольшой разводне, на моем YouTube-канале. Хочу всех вас поздравить с праздником, с Рождеством. Пусть у вас все будет хорошо. Всех-всех благ я вам желаю. Ну а сегодня будет обзор цен на рыбок. Какие цены сейчас я озвучу, возможно, кому-то будет интересно. Ну и, конечно же, можете тоже написать, какие цены в вашем регионе. Тоже будет очень интересно почитать. Ну а если вы сами рыбок продаете, тоже напишите. Допустим, возможно, вы из Европы или из России, тоже укажите город. Мне всегда интересно знать, где, почем рыбки. Это, думаю, самое такое интересное. Ну и вот сегодня как раз мой ассортимент посмотрите. Ну, кто обзоры смотрит, я думаю, так знают мой ассортимент. Ну, вот кое-что добавилось, можно сказать, новенькое. Ну, давайте начнем с вот этого аквариума. Я здесь, видите, свет подключил, чтобы было видно этих вот рыбасиков. Надеюсь, отсвечивать не будет. Ну, буквально им чуть-чуть осталось, и они уже поступят на продажу. Это миноры, здесь вот буквально чуть-чуть миноров, меня спрашивали. Сейчас вот их активно не рещу, но вот не получается в таком массовом количестве их развести. Здесь может быть штучек 10 всего миноров есть. Минор 15 тысяч будет стоить, подрастет чуть-чуть, и по такой цене буду его продавать. Вот здесь светлячки мелкие. Тоже они еще не набрали, можно сказать, размер, но уже такого хорошенького размера. Они будут стоить 10 тысяч. Такие вот цены. Сейчас я вам покажу. Вот светлячки, это вот самочка. Здесь вот где-то самцы плавают. Ну, не видно, сейчас спрятались. Ну, вот самочку видно здесь. Вот одна самочка. У меня всего две пары было. Ну, и немного я их отнерестил. Вот такое количество пока получилось. Так, дальше давайте пойдем. Вишневый барбус производители. Смотрите, какие они крупные. 15 тысяч стоит. Думаю, это вот для такого размера очень маленькая сумма. Посмотрите, гигантские просто вишневые барбусы. Их осталось немного еще в другом аквариуме, но все же есть небольшое количество. Значит, попугайчики тоже. Здесь немного попугайчиков. Попугайчики вот покрупнее будут 15 тысяч стоить. Здесь вот пара одна. Их родители я оставлю, а которые поменьше будут по 10 тысяч стоить. Это что касается попугайчиков. Далее идем сразу. Крупные анцитрусы, простые, не вуалевые, пара будет стоить 150 тысяч. То есть они уже есть в наличии, крупные, но объявления я нигде не давал. Может, вот кто-то свои заберут, кому нужны анцитрусы, кто хочет разводить. То есть, ну, крупные. Возможно, вуалевые тоже будут в наличии. Я посмотрю, сколько самок и самцов. Тоже спрашивайте, интересуетесь. Ну, самцы вуалевые точно будут, а самочки не знаю, но они будут стоить подороже. Давайте сейчас перейдем к филомене. Филомена дисковая, кривая рыбка, красивая, 15 тысяч цена. Тоже я объявление нигде пока ничего не давал, то есть подписчики канала могут приобрести. Ну, пока мало ее, возможно, в дальнейшем чуть-чуть цена снизится. Но зато есть бонус. Бонус, я скажу про него в конце видео. Сразу вот про родостомус тоже скажу, может, потом еще повторюсь. Вот такого вот размера родостомус тоже 15 тысяч стоит. 3 сантиметра, ну, правда, цвет еще он не набрал. А крупные подороже, крупные 20 тысяч. Пока здесь еще так, тетрафон Рио. Тетрафон Рио уже крупные. Кто-то из них так цвет уже наполовину набрал. Цена не изменилась на них, 8 тысяч.
Ну, меченосцы. Вот здесь меченосцы, посмотрите. Вилочные меченосцы по 15 тысяч. Вот. А простые меченосцы, которые не вилочные, вот здесь и красные, и белые есть, я их по 6 тысяч подарил. Ну, практически здесь не осталось. Вот самцы только, можно сказать, остались. Так все раскупили. Меченосцы так неплохо раскупили, особенно вилочных меченосцев, я, если честно сказать, не ожидал. До сих пор спрашивают. Ну вот, подросли уже сейчас до такого размера, я покрупнее продаю. Посмотрите, здесь самочки такие есть красивые, беременные тоже спрашивают. Ну, больших вот, чем вот, ну, крупнее, тут есть самцы такие крупные, я чуть подороже, конечно, продаю. И беременных вот самочек тоже просят, я тоже чуть дороже продаю. Но думаю, это нормально, как говорится, это логично. Давайте сейчас пойдем далее, чуть как бы не по порядку. Про ларикарий не сказал, здесь ларикарий находится. Ларикарий, можно сказать, уже производители, они по 70 тысяч. У меня кто-то их купил, хотел вот две он купить, я порекомендовал три, ну, чтобы самочка и самцы, как бы шансов больше, да, было, что попадутся и самки, и самцы. Ну, и они отнерестились, то есть там спрашивали, звонили, консультировались у меня. Ну, чем мог, ответил, как говорится, помог. Ну, рыбка очень такая необычная, видите, прячется так. В водорослях, в зарослях, можно сказать. Ну вот, смотрите, вот эти крупные родостомусы. По 20 тысяч уже. Носики такие красненькие. Уже, можно сказать, настоящий родостомус. Ну и вот этот аквариум тоже, посмотрите, немного изменился. Здесь вон тернешка. Тернец вот я, наверное, себе оставлю чуть-чуть, а остальных вот крупных продам. Я на производ хотел салатовых и розовых оставить. Но что-то там самцов, по-моему, не видно. Ну, немного отвлеклись. Здесь вот плохо видно. Свет я не включил. Но, надеюсь, таракатуму можно разглядеть. 15 тысяч таракатума стоит. Цена такая же осталась. Ну, здесь есть и поменьше, и покрупнее. Ну, вот это, которые крупные. Ну, сколько они здесь? Сантиметров 6-7 точно есть. Ну, тоже их здесь немного осталось. Цена на таракатумов повышаться не будет. Давайте к коридоросам перейдем. Вот они, коридоросы Джули. Смотрите, как они плавают. Цена на них даже, на таких крупных, посмотрите, снизилась, кстати. Цена 15 тысяч сейчас. Я думаю, это неплохая цена для таких вот красавчиков. Размер, ну, 3 сантиметра точно есть. Где-то даже к 4 некоторые особи приближаются. Ну, чтобы не задерживаться, давайте дальше пойдем. Вот здесь валевые анцитрусы. Валевые анцитрусы по 15 тысяч. Примерно где-то 3 сантиметра размер. И светлые, и темные. Раньше, кстати, светлые стоили дороже. Но сейчас они у меня есть примерно столько же, сколько и темные. Давайте сразу про простых скажу. Вот посмотрите. Простые анцитрусы от 6 тысяч стоят. Ну, цена такая, можно сказать, мизерная. Но от размера, вот чем поменьше, тем они дешевле. Вот покрупнее здесь есть, видите, 4-5 сантиметров. Они чуть подороже. Вот. Ну, считаю, что за таких мелких, небольших, кто-то для нерестовичков берет. 6 тысяч это такая, можно сказать, небольшая символическая цена. Так, еще про коридоросов не сказал. Ну, плохо будет видно. Знаю, даже так боюсь как бы напугать здесь. Вот видите, панды. Коридоросы панд тоже примерно где-то сантиметра 3. Они стоят подороже. Их цена сейчас 20 тысяч. Подороже, чем коридоросы Джули. Ну, у меня их мало, и они в разы меньше дают икры. Возможно, в будущем цена упадет. Ну, вот на сегодняшний день пока вот так. Ну, думаю, тоже дороговато. Надеюсь, что удастся мне их развести как бы в таком количестве, как коридоросов Джули, и цена, возможно, на них упадет.
Ну, размер уже, посмотрите, 3, чуть более сантиметра. Еще раз повторюсь, это цены все в розницу. Оптом там совсем другие цены. Это чтобы вы знали. Так, давайте пойдем далее. Где вот лучше показать? Ну, это вот подрастает голубой неон. Я слишком мелких не продаю. Жду, когда они уже достигнут, ну, такого размера, можно сказать, практически взрослые рыбы. Только останется им, как бы сказать, обрасти массой, да, нарастить массу. Ну, тоже бывает, спрашивают вот оптом вот таких вот небольших неонов. Здесь сколько? 2 сантиметра уже. То есть они кушают и сухой корм, и живой. Но я такой не продаю. Вот здесь вот голубой неон. Вот он. Вот такого размера я продаю голубой неон. Они стоят 10 тысяч. Тоже одна из самых популярных аквариумных рыб. Ну, здесь их совсем немного осталось. Я практически вот до Нового года, после Нового года ничего не продавал, отдыхал. Можно сказать, набирался сил. Ну и сразу перейдем. Здесь красный неон плавает. Тоже посмотрите, размер такой довольно-таки крупный. Красный неон, цена 15 тысяч. Есть такие вот большие здесь экземпляры, они чуть дороже. Но в основном 3-3,5 сантиметра, 15 тысяч. Я думаю, это, ну, хорошая цена на красного неона. Черного неона не продаю, здесь вот в основном все бракованы. Это я вот всех оставил себе. Мне нравится. Черный неон тоже очень красивая рыбка. Вот здесь тоже можете посмотреть, производители сидят. Скоро снова буду миноров пробовать нерестить. Может, светлячков еще отнерещу. Что буду пробовать нерестить. Ну, тоже, если будет время, обязательно буду снимать, рассказывать. Потому что бывают очень интересные эксперименты, но времени иногда не хватает снимать. Вы уж меня за это простите. Ну и давайте перейдем к тернеции. Вот она. Тернеция Glowfish, одна из самых популярных аквариумных рыбок. И цена, можно сказать, одна из самых низких, да? Цена 6000. Ну вот здесь, не знаю, видно вам будет, самые такие крупные тернеции. Здесь их немного. Ну, приближается примерно к 3 сантиметрам. 2,5-3, вот 6 тысяч. Надо выбрать, потому что про тернецию, ну, очень часто спрашивают. Ее сразу вот раскупают. Я в отдельный аквариум, когда оптом продаю, себе оставляю на продажу. И вот я потихонечку их так раз-раз-раз за недельку и все, раскупили. Потом вот следующая партия, когда подрастет, и с той партии уже тоже люди будут ждать. Ну, бывает всякое. Но кто у меня постоянно рыбку покупает, они и дальше, то есть, берут, ну и, конечно же, получают бонусы. Значит, какие будут бонусы на рыбок? На каждые 10 штук я буду одну рыбку дарить. То есть, 10 филамен вы берете, одна в подарок. Если 20, то 22, значит, получится. Если 30, то, значит, 33. Вот такие вот подарки. Неважно, какую рыбку, если 10 штук, 10 коридоросов, все, одна вам бесплатно в подарок. Вот такие сейчас цены, может, какие-то цены подросли, может, чуть снизились, это вы можете сравнить. Также, ну, перевести, кто там из-за рубежа смотрит все это в доллары. Я думаю, это сделать несложно. Все, я указал, подписал, сколько у нас 1 доллар стоит. Ну и в описании тоже видео, как говорят, в описании этого видео тоже прикреплю комментарий с небольшими такими разъяснениями, чтобы было понятно. Пишите ваши комментарии, какие у вас цены. Думаю, что будет интересно почитать ваши комментарии не только мне. Ну, будем с вами прощаться. Всем вам
огромнейшая благодарность за то, что вы смотрите мои видеоролики, подписываетесь на мой канал, комментарии пишите, ну и, конечно же, ставите лайки. Еще раз огромнейшая всем вам за это благодарность. Пусть у вас все будет хорошо. До новых встреч!